привет! Сегодня я расскажу о благотворительном концерте, который был посвящен Гузель Салахутдинову. Концерт назывался «Нарисовать мечту». Организаторами концерта являются Айгуль Валиулина, участница телепроекта «Голос дети» первый сезон из Казани, а также ее семья. Чтобы каждый минуте след не говорить прощай, но когда перед вами участник телевизионного проекта «Голос дети» второго сезона, а также мой очень хороший друг. Его имя Ранель Богданов. Также в благотворительном концерте принимали участие и танцевальные коллективы. Например, перед вами танцевальный коллектив «Сайдаш» и русский народный танец в их исполнении. Также были веселые заводные татарские песни. Сейчас перед вами Камила Залялиева. Она очень-очень хорошая моя знакомая, я ее очень люблю и уважаю. Она очень талантливая певица. Вскоре мы ее сможем наблюдать на телепроекте «Голос» на Первом канале. Ну же, Камила — победительница онлайн-проекта «Голос дети ВКонтакте», где были наставниками я, Соня Долганова, Ангелина Пипер и Айгуль Валиулина. В концерте также принимали участие заслуженные артисты многих республик, в том числе и Республики Татарстан. Зульфат, участник прослушивания проекта «Голос дети». Также в концерте принимали участие разные танцевальные коллективы, в том числе и шоу-театр «Шарм». Очень известный коллектив не только в Татарстане, но и в России в целом. Крутятся, машины катятся. У нас будет эксклюзивное видео, где Зульфат пустил слезу. Он очень проникся темой благотворительного концерта. С вами была я, Александра Морозова. Ставьте пальцы вверх и смотрите «Голос дети» второй сезон. Там вы увидите обязательно нашу Ринату Тазидинову. И, конечно же, Ранеля Богданова.